Сейчас, когда солнце стало по-весеннему ярким, самое время задуматься о пеших прогулках, которые, как известно, приносят пользу, ведь в движении жизнь. 10 000 шагов. Кажется, что это немало, но именно такой маршрут нужно проходить ежедневно на пути к здоровью. С этого показателя образ жизни человека считается активным. Меньшее же количество шагов в день расценивается как недостаточная физическая активность для здоровых людей. Это достаточная физическая активность каждого здорового, нормального человека. Если перевести это в километры, это примерно от 4 до 5,5 километров. Все зависит от роста, от длины шагов. Более 120 учеников щелковских общеобразовательных учреждений с удовольствием приняли участие в акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной к Международному дню здоровья. Стартовала она на площадке возле ФОКа на Центральной улице, где перед началом пешей прогулки с напутственными словами выступили тренеры, инструкторы, спортсмены. Я всю жизнь в ходьбе, и именно в спортивной ходьбе. Нисколько не жалею. Сейчас у меня уже 3-й виток вокруг земли. Это только в тренировках. Это клево, это кайф, когда ты в движении, когда ты постоянно в тонусе спортивном. Участники акции прошли маршрут от комплекса до парка культуры и отдыха и обратно. Они еще школьники, но уже сейчас им известно о пользе пеших прогулок, спортивной ходьбы, а также просто активного образа жизни. Многие из ребят посещают и спортивные секции. Спорт – это вообще жизнь. Я хожу на физкультуру, там очень люблю бегать, прыгать. Вот, еще дополнительно занимаюсь спортом, по утрам бегаю каждое утро. Так что главное не лениться и помнить 10 000 шагов в день – путь к здоровью. Анна Балиет, Александр Ажевский, телерадиокомпания «Щелково».